Господа, всем добрый день. Снова у нас распаковочка. Так, это у нас тут 200 грамм, 5 баксов. Напоминаю, что все посылки приходят примерно месяц. Здесь я примерно знаю, что... А, не, все, я перепутал. Это, короче, футболка. Я совсем на другое думал. Но теперь я понимаю, что это. Футболка там, по-моему, за 4 сотки. Сразу говорю, футболка дерьмо. Синтетика голимая. Размер 3X. Короче, расстроен нахуй. Ладно, идем дальше. Тут что-то мелкое. Мелочь какая-то. А, извиняюсь. Это посылка. Блин, 2,5 бакса. 3 грамма, 30 грамм. Что тут у нас? А, это микронаушник. Так, вот такой вот микронаушник. Так. Зарядочка. Тут небольшое повествование. Bluetooth headset S530 мануал. Все на китайском. Так. О, даже какой-то индикатор есть. Непонятно, как включить. Ладно, сейчас замутим. Так, возьмем телефончик. Берем телефончик. Так, выходим из Wi-Fi. Так, заходим. GPS включен. Так, все, что можно, все включено. Так, включаем Bluetooth. Заходим в Bluetooth. Так, и делаем видимым и включаем. Пытаемся включить наушник. Он у нас ищет. Так, ищет он у нас, ищет. Ну что, найдешь что-нибудь? А, все, мы ищем. Извиняюсь. Так, мы ищем. Ищем, кто ищет, тот найдет. Все, нашли. 530-й. Не удалось подключиться. Так, вторая попытка. Все, мы подключились, готов. Так, выходим, заходим. Куда зайти-то? Так, музычку. Галерея, извиняюсь. Так, заходим в музычку и включаем трек. Так, трек играет на телефоне. С этим наушником, походу, не получится музыку послушать. Ладно. Пробуем позвонить. Высвечивается ухо. Так, бросилась, значит, мне перезвонят. Так, непонятно, как... А, во, все, вставил ухо. Алло. О, все, слышу тебя. Все, давай, пока. Давай. Так. Сейчас мне что-то говорит про уровень. Походу батарейка садится. По-английски говорит в ухо прямо. Так, ладно, попробуем музычку зайти. Что-то вроде там заиграло у них. Короче, в ухо садится идеально. Говорит, что уровень
питания, походу, маленький. Так, ну давай рассмотрим поближе. Так, вот такой микронаушник. Это микрофон. Это динамик. Второй динамик. Ну, это, скорее всего, один, просто два выхода. И зарядочка. Уровень батареи садится и предупреждает. Говорит, что уровень маленький батареи. По-английски, правда. Отвечать на эту кнопку. Слышно все хорошо. Меня слышно хорошо. В принципе, неплохая вещь. Стоит недорого. Для этих, кто экзамены заканчивает. Так, ладно, отложим. Так, это все у нас архив. Так, вот тут какая-то еще. Это у нас пишут тут. О, car стикер, о. Все-таки пришло то, что мне надо было. Да-да-да. Именно то, что я хотел сегодня увидеть. Так. Зачем поролон, не знаю. Так, вот такая наклеечка. Это у нас на боковое стекло. Непонятно свернуто вроде. Так, глянцевая наклейка. Так. Наклейка глянцевая, прикольная. Стоит там копейки. И бомба стикер. Бомба стикеры матовые. Так, что у нас тут? Кошка. Fuck you. Кроссовки. Обезьяны. Череп. Так, приклеим череп. Розовая пантера. Это железный человек плачет. Бобка губ. Бобка губ. Губка боб. Все сверху матовые. Levi's. Че Гевара. О! Вот эту тему тоже наклеим. Так, сейчас, короче, выберем то, что наклеим на стол. То, что будет постоянно мелькать. Так, ну, китайские иероглифы, естественно. Че Гевару, ну, я наклеил бы. Так, Levi's не будем. Это не будем. Кэти не будем. Не знаю, что такое не будем. Не знаю, не будем. Бобку губ. Бля, губка боб наклеим. Так, этого не будем, не будем. Вот это прикольная тема. Не будем. Мадонна, Мадонна, да, по-моему, Мадонна не будем. Обей не будем, не будем, скунса не будем, так, кроссовок не будем, не будем, росомаху наклеим, росомаху наклеим, обезьяну наклеим, пантеру не буду, не буду, это Санта-Барбара не буду, усы не буду, робот не буду. Во, меняем обезьяну эту. Кинг-Конга наклеим. Так, недавно мультик вышел, не помню, как они называются. Давайте наклеим. Так, на мотоцикле кто-то. Пуля. Старинный поезд. Так. Это у нас что, типа, контра? Не будем. Так, Бэтмена не будем. Кошку не будем. Банан не будем. Вот такую обезьяну я еще наклею. Так, это все не будем, не будем. Супермен наклеиваем. Супермена наклеим. Так, Wi-Fi. Wi-Fi ставим. Череп. Ну, такой прикольный, не будем. Автоботы. Так, тачка не будем. Колу не будем. Не будем, не будем, не будем, не будем. Так, не будем, не будем. Так, это у нас что, пирожок? Не будем. О, Nike. А, это две один разные. Так, не будем. Обезьяна, Супермен, Винни-Пух. Симпсоны. Мужик. Так, это все не знаю.
Так. Ракета. Так. Еще тут что-то. Так. О, каратель. Кроссовок. Язык. Супримы. Так, что еще-то у нас есть тут? Винни-Пух, Марио. Наклеим эту херню. Так, каратели, каратели. Ну что-то тут больно, набирается много. Так, ладно. Как вы поняли, это бомба стикер, там рублей 500 вместе вот с этой, по-моему. Вышла у меня с глянцевой. Это я на тачку наклею. Так. Куда наклеим-то? Так, что-то много тут у нас получилось. Так. Ладно. Так, что сделать-то? Бу-бу-бу-бу-бу. Ладно, пока уберем. Еще последнюю. Так, или последнюю потом когда-нибудь в следующий раз. Все, да, в следующий раз ее распакуем последнюю. Так, сейчас нам нужно тогда все-таки наклеить наклеечки. Может быть, не все. Так, наклеим. Так, нет, Кинг-Конга я пока не хочу. Где у нас? Так, где? Вот. Так, этого чувака наклеим. Хайзенберга. Так, Хайзенберг у нас здесь будет. Потом череп на движухе. Череп у нас клеится хорошо, кстати. Этот чувак у нас на Хайзенберга показывает. Так, обезьяна будет на движухах под музончик. Так, посередине, наверное, наклеим эту. Так, 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 так. Чик. Наклеиваем эту наклеечку. Так, наклеим. Так, руки наклеим вот так вот. И к рукам добавим еще обезьяну. Вот так вот у нас будет с обезьяной. Добавим Че Гевару. Все-таки он уже для многих как лейбл. Че Гевара. Так, Росомаху не будем. Карателя не будем. И наклеим еще Супермена. Скоро выйдет Бэтмен против Супермена. Так что надо быть в тренде. Вот сюда. Так, вот наши друзья теперь будут с нами. Так, все ссылки будут в описании на весь товар. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось видео. Удачи всем, пока!